Увековечена память еще одного участника спецоперации, на этот раз из Казбековского района. Мемориальную плиту в честь Магомеда Саигида Магомедова открыли на одном из домов по улице, где прошло детство и юность героя. На памятном митинге в его честь жители села отметили, что будут с гордостью хранить память о смелом бойце.